Привет, друзья! Ну что, проснулась, сделала зарядку, помылась, налила себе тепленькую водичку. Ой, хорошо. И посмотрим, что тут за патчи. Да, я же вам вчера обещала показать, что это такое за фигня. Ой. Я, короче, пользовалась ими один раз в жизни. Алена мне, наверное, купила. Я помню, они лежали в холодильнике. Все там было, их там, ну, не знаю, штук 10, наверное. Буквально на 5 дней. О, на улице опять мелкий снег с дождем, вроде бы. Ну, наверное, надо пользоваться, чтобы был эффект, если он действительно есть какой-то эффект. То надо, наверное, пользоваться долго. Длительное время. Что-то никак не открывается. Не хочется такую красивую коробочку повредить. Но придется немножко повредить. Так-то прямо выглядит красиво. Дорого-богато называется. Не то, что там пакетики у меня были. Rich in avocado. Ну что, открываем и смотрим, что тут такое. Какая-то штучка. Хоть бы инструкция была для таких лузеров, как я. Нету инструкции. Посмотрите, какая-то лопатка. Ну, наверное, ею доставать. Здесь вот еще одна такая крышечка есть. С такой штучкой. О, открываем. Запах приятный. И, наверное, это ложечка, чтобы достать. Там еще вот такая крышечка есть. О, сколько тут всяких крышечек. Ой, с нее тут все течет, с этой крышечки. Наверное, эту крышечку можно выбросить. Потому что она как бы уже не нужна. Не знаю, хранить их надо в холодильнике, действительно, наверное. Так, ну что? Смотрите. Ой, из нее так тут все течет. Даже не представляю, какой стороной клеить, или без разницы. Ага, наверное, вот это. Очки ж надо снять. Какая тут штука узкая, наверное, вот сюда. Короче, вот так. Так, я так понимаю, клеим. Клеим прямо под глаза. Да, без очков же плохо вижу. Куда я там клею? Ну, куда-то клею. Вот, смотрите, вот так. Достаем вторую штучку. Ой, какая я тут буду вся авокадная. Скользкие засранцы, как в том кино. Ой, слепились две штуки и никак не могу разлепить. Ой-ой-ой-ой. Я чувствую, что такая толстая. Это тоненькая, это толстая. О, отлепила. И приклеиваем под другой глаз. Неудобно так, надо перед зеркалом. Перед камерой неудобно, но я ж уже, чтобы вам показать. Вот это вроде лучше приклеила. Главное, чтобы на меня не накапало тут эти масла ши. О, сползла. Вот такой я специалист по патчам. Сразу видно, кто не пользуется такими роскошами. Ну вот, вроде приклеила. Ну все, сейчас буду сколько-то времени ходить. Надо, наверное, загуглить. Пока за это время буду заодно готовить завтрак и заваривать себе кофе. Вот такая я неумеха, друзья. Не я такая одна незнайка. Много людей в гугле спрашивали, сколько надо держать патч под глазами. Написано 20-30 минут. После 10 минут уже начинают как бы действовать. Но если забыли засечь время... Так, сейчас мы с 15... то почувствуете, что они уже начинают высыхать, присыхать кожу и тогда снимать. Так что вот такая вот я красавица.
Напишите, кто пользуется такими штуками, помогают они или не помогают от отеков под глазами. Потому что я утром просыпаюсь, как там говорят, как китайский пчеловод. Пока я тут играю с патчами, посмотрите, на улице реально пошел снег опять. Прям таки приличные снежинки. Утром был помельче, а сейчас вон какие летают. Не знаю, видно вам, не видно. Вроде видно немножко. Вот такая у нас сегодня погода. Метель своего рода. О, в это окно лучше видно. Смотрите, как метет. Ух, и ветер такой закручивает, подкручивает этот снег. Там он, видите, как темно, наверное, там вообще пурга уже. Вот это да. Зима вернулась. Какое у нас сегодня число? 4 апреля, наверное. Обалдеть. И что я тут заметила, пока снег рассматривала? Вот этот перчик, то этот колокольчик такой горький, острый, что мне дала Бронислава Брониславовна Людина, сестра. Я достала из него семена. Посмотрите, какие у него большие листья, какой шикарный, красивый перец. А вот тот такой похуже, вроде стоит ближе к окошку, Каин обычный, магазинный. Смотрите, он уже зацветать он собирается. Вот чудо в перьях, задохлик. А эти, видите, такие огромные, большие, но цвести пока еще не собираются. Обалдеть. Ну что, друзья, все, снимаю эти штуки. Даже больше получаса прошло. Просто они такие хорошенькие, влажные, наверное, очень свеженькие. Поэтому я ж, кстати, как-то балда, не сильно-то и обратила внимание. Очки одеть. Что я тут вижу? Ничего не вижу. Может, вы что-нибудь видите? Ну, посмотрим после употребления всей банки, что произойдет с моими глазами утро китайского пчеловода. За это время и завтрак приготовила, и кофе себе сделала. Такой лавашек приготовила с творожком. И сейчас буду наслаждаться завтраком. Ой, забыла же вам показать, что значит свои семена. Смотрите, чуха вон одна вылезла уже. Ха-ха, обалдеть. Так быстро. Я же буквально пару дней назад только замочила и посадила в баночки. Каждую отдельно посадила, чтобы не мучить ее, легче, чтобы было пересаживать. Видите, у меня тут ее 8 штук. В прошлом году говорила, не буду много сажать, сколько я с ними намудохалась, пока убирала. Ну, 8 штук посадила. Все никак не покажу вам, что я с ней делаю, с этой чуфой. Но покажу, наверное, сегодня. А может, завтра. Ну что, друзья, я в теплице. На улице дождик закончился, даже вышло солнышко. Открыла форточку, разделась. Кофта, видите, моя где висит. Потому что здесь довольно-таки жарко. Так, ну что, ту крайнюю грядочку прополола, среднюю тоже. Посмотрите, все балдеет, все бушует. Все, завтра, если не будет дождя, высаживаю хризантему. Люда сказала, что когда я буду, тогда и она будет. То есть, ну, с Людой надо поделиться же. Так, все, здесь тоже порядочек. И эту грядку тоже начала уже полоть. И вот дошла. Почти дошла до посадок. О, в посадках сама не люблю. Надо ж тут двумя пальчиками не разгонишься. Все выбрать. Из посаженного выбрать всю каждую травинку. Самое нелюбимое мое дело. Уже, кстати, надо вон нарвать сегодня рукавы. Что-то я стормозила рукава, что вон, видите, какая большая. Надо рукавы нарвать. Чего еще? Лук куст вырвать. Потому что у меня там лежит лук. Это ж был просто так. Типа эксперимент лук высадить, который у меня лежит мелкий. Оставался с осени. Может, где пару редисок найду, короче. И будет у меня шикарный салатик на ужин. Особенно клубника мне нравится моя. Ах, красавица какая. Ягодки позавязывались. Вообще капец. Что сейчас за месяц? Апрель. Когда что ягоды будут? Я не помню в прошлом году, когда были ягоды. Надо посмотреть. В общем, короче, когда закончу, покажу, что у меня тут за красота получилась. Ну что, друзья, все. Тут тоже красота. Все пропололо. Ой, прям балдею. Прям балдею. Прилично времени потратила. Это ж можно было еще, ж я не высаживаю ничего, заграблевать, оно бы подсохло. Не, мне надо вырвать каждую травинку. Это я такая бестолковая всю жизнь.
Кстати, буду завтра, наверное, сеять астры сюда уже и цинии, а и георгину однолетнюю. Распределю, где у меня тут будут лунки для помидор. И вот здесь вот в среднем ряду посею. А еще ж капусту надо сеять. Ой-ой-ой. Тогда, наверное, в среднем ряду, где потеплее, посею капусту, а по краям посею цветочки. И буду убирать хризантемы потихоньку. Но там вроде дождь завтра написан, не знаю. А сегодня не было дождя вроде бы, только с утра, а шел почти он до обеда. Вот видите, как у меня тут все красиво получилось. Ни одной соринки, ни одной травинки. Помидорки подокучила немножко свои. Сидят, растут. Я думаю, будут более крепкие, чем те, которые дома растут. Это будет, конечно, супер. Супер-пупер эксперимент. Когда я сюда высадила? Ой, я уже даже и не помню. Как тут все посеяла, наверное, через пару дней и их высадила. Так, что будем делать? Завтра будем эксперимент. Вон, алисум, который тут в плошке остался. Высадим его на улицу пучочками где-нибудь. Посмотрим, что из этого получится. Вот такие дела, друзья. Главное, чтобы не было заморозков. Там у меня уже в котельной стоит. Я из веранды вынесла виолу, турецкую гвоздику, чтобы сюда вынести, поставить. И айву в стаканчиках, чтобы закалялась. А я вам показывала, вон сколько редиски уже вырвала. 10 штук сегодня вырвала. Сейчас руколы нарву. Пойду возьму ножик, вернее срежу, наверное, немножко срежу руколы. Или может по листику нащипаю. Еще очень молоденькая, но уже большая. Видите, какая красивая. И надо щавелек надо срезать тоже. Прибрать, срезать и сделать холодничка чуть-чуть. Смотрите, какие тюльпаны красивые. Просто чудо. Чудо-чудное. А это будет другой расцветки. Видите, попозже расцветает. А эти пиончики такие красивенькие. Сейчас куст лука побольше вырву. И буду собираться домой потихоньку идти. Вот так вот я сегодня хорошо поработала. А, вот эти цветочки надо пересадить на улицу. Наверное, завтра уже, раз уже решила сегодня не лезть, там грязь. Не полезу на улицу. Зато удобно. Помыл перчаточки, развесил в тепличке. Они тут высохнут хорошенько. Просохнут и будет красота. Так, что тут? Огурец. Огурец. Охладохлик. Смотрите, какой задохлик. Но он листик в середине вроде начал давать. Ну, может, будет закаленный. А может, не будет. Видите, лист уже чего-то желтеет. Вот что желтеет. Наверное, от холода. Ну, не могла тут уже какая-то зараза на него напасть. Ой, господи, ужас, ужас, ужас. Фух, ой, жарко в теплице, на улице вышло солнце, на улице-то свежо, свежо, хоть и солнышко, потому что после дождя и какая там температура. Я когда шла сюда в теплицу, было 2 градуса на градуснике. Так что как-то так. Все, собираюсь домой. Видите, какой красавец пасется. Помните, в прошлом году они прямо в огород приходили, где вода стояла. А в этом году они прилетели позже. В огороде уже такой воды нет, чтобы тут ловить какую-то живность. Ой, какой красивый. О, Иосиф свой трактор завел как раз таки. Как только у меня съемка, сразу тарахтелка. Вспомнила про золу, ветра нет как раз. И воды такой нет. Она у меня, видите, как укрытая. Надеюсь, вода туда не попала. Сейчас открою и просею золу, если она не мокрая. Если мокрая, высыплю сюда, в яму. Придется опять себе золу делать потом. Ужас. Не, не мокрая. Ну сколько я тут? 1 грамм, окажется, целый день полила. Ужас. Сейчас быстренько просею в ведро. Ну, вроде мало совсем, но пол ведерка получилось. Так что можно смело полить еще. Это у меня было целое ведро, в прошлом году у меня пошло, наверное, ведра 2 на все дела. Надо в теплице хорошо посыпать, а то там эти желтые червячки говорят, что это кислая почва. Точно не знаю, еще не интересовалась, так чисто по слухам. Вот, так что так. Так, ну что, конструкцию свою поставила на место, все накрыла, чтобы тазик был сухой. И ждал своего следующего часа. Пока будет хорошая погода, без дождя. Ну что, пойдем по красоте на сон грядущий пройдемся,
чтобы вам было веселее смотреть мое видео и наслаждаться моими цветочками. Иду такая, иду, и просто обалдела. Иду мимо по речке. У нас это по речка называется. Это красная смородина, гляньте. Она уже вон на цветах. Я чуть не обалдела. Гляньте, что делается. Я даже не успела ее ничем не обработать, ничего. Она же так болела в прошлом году. Ой-ой-ой, какой ужас, какой ужас. Не знаю даже, что теперь делать. Уже, наверное, нельзя обрабатывать в таком состоянии. Малина у меня вон пошла, рост необрезанная. Господи, все, завтра берусь за малину. В первую очередь, никаких полоний, ни клумб, ни цветов, ничего. Все, вырезать малину первым делом. Ну что, арабис зацветает все больше и больше. Там вообще красота уже, где потеплее, потише. Я его нарассаживала везде, вон там посадила, а что потом тут все под... ничего не цветет. Пускай будет арабис, потом будут... что там, нарциссы в этом году прям вместе с арабисом. Потом будут эти ирисы. Потом сюда пойдут однолетники. Там то, что мне Люда дала, наверное. Ирисы такие мелкие, а это лилейник по центру. Тут лилии немножко осталось. Хотела бы лилии купить, но не знаю где. Посмотрите, виола на улице. Вон самоселом. Как подросла быстро моментом. Еще ж такая была маленькая, я даже не взялась ее рассаживать. Она вон какая уже, на холоде, на морозе. Так что надо мне срочно выносить свою елу, закалять и высаживать. Смотрите, какая тут красота. Вау, вау, вау. Просто обалдеть. Белый так вообще. Ковер, ковер. Ну и розовый тоже уже. Ковер, ковер. А здесь как-то у меня так получилось. Я хотела, чтобы сидели белые, розовые, белые. А тут белые вместе с розовыми. Гляньте. Или это они переопылились, я что-то не могу понять. Точно, наверное, переопылились, потому что это более белые, они более высокие кустики. Они стали с розовинкой. Гляньте, я первый раз такое вижу, что арабис переопылился. Вот здесь же не опыливается, хотя здесь сидит он рядом. Смотрите, огромная куча белого, одна огромная розового. А там как-то интересно произошло. Непонятно. Зато белый особенно, смотрите, как он быстро разрастается. Вот здесь у меня была буквально одна веточка. И смотрите, с прошлого лета до, считай, лета, смотрите, какая огромная картина получилась. Обалдеть. Ой, надо лаванду тут обрезать. В общем, короче, дел. Какой угол не ткнись, везде что-то надо сделать. Везде что-то надо сделать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну что, пойдем еще по морознику. Смотрите на это чудо. Не чудо ли, правда? Этот, который темный, он более низкий кустик. Может, потом подрастет. Не, я видела, есть более низкие, а есть более высокие. А белый вообще обалденный, правда? Просто мистика. Какая красота. Помните, я в прошлом году сюда попересаживала всех красивых примул. Целый рядочек. И только одна вон зацвела пока еще. Остальные еще не зацветают. Здесь были всякие разные, разных расцветок. С оранжевым, с таким вот розовым, и желтенькие. Всякие. Красота. Здесь тоже у меня утром открываю окошко. Здесь розовый, белый, белый, розовый. Красота. Правда? Вот здесь примулы мои заглушили эти самые... хосты, они потом ложатся на них листьями, и эти примулы совсем, смотрите, измельчали, исхудали. Надо их срочно отсюда пересадить. Хотя оно как бы сейчас ничего и нет, ну и да ладно. Потому что хосты их тут за своими листьями убивают просто. Накрывают, и они потом, бедные, там канают. Так что надо срочно их пересадить на свет белый. Или вот туда вдоль забора. Или лучше всего вон туда где-нибудь к сирене поближе. Там им будет лучше, я думаю. Так что так. Так, пойдем глянем, что там с крыжовником, раз уже красная смородина так процветала. Может, уже и крыжовник. Ой, надо пойти с той стороны вон завтра. Если будет погода, откопать траву. Видите, ко мне вон как полезла оттуда трава. Убрать ее и хорошенько этот шифер приставить, чтобы собаки не лазили.
Смотрите, крыжовник тоже на цветочках. А в прошлом году, когда заморозки были, в конце мая, в начале июня, были длительные заморозки, и тогда отмерзли цветочки. А сейчас, посмотрите, начало апреля, а крыжовник в цветочках. Вот это просто мистика. Мистика какая-то. А вон, смотрите, это смородина, что я из ямы, из болота пересадила. Смотрите, как хорошо пошла. Листики вон какие большие у нее. Здорово, правда? Пускай сидит пока, потом, может, в другое место пересажу. Но я чисто приткнула, подумала, не знаю, выживет, не выживет. Она себе вон как хорошо выжила. И лук. Кстати, овсяницу можно разделить. Надо попробовать один куст выкопать, посмотреть, как она там делится. А то она потом измельчает. Смотрите, уже этот лук-слезун уже тоже можно щипать. Гляньте. Гляньте, какой красивый. Обалдеть. А шнит так уже можно резать и резать прямо пуками. И объедаться. Я его обожаю. Ну, жалко, сала нет домашнего. Вот бы с салом хорошо бы лучок зашел, правда? Но сала нету. Посмотрите, солнышко уже повыше над Людиным домом. Вон еще не села, не спряталась. Так что красота. К вечеру как-то распогодилось. Но, правда, не жарко. Это ж не так, как было жарко в жаркие дни. Но вроде к выходным уже опять жарко. Мы уже привыкли, что тепло, хорошо. Так не хочется холода. Так что пойду домой, сейчас покажу вам, чего я там, какого витамина себе нарезала на ужин. Вау! Ну что, друзья, мой шикарный букет пахнет не только на всю кухню, а на весь дом. Просто обалдеть. На улице, мне кажется, они так не пахнут. Тончайший, вкуснейший аромат. Кому нравится, напишите. Посмотрите на мою витаминную тарелку. Это руккола, это петрушка, это шнит-лук, это щавелек, это обычный лук, это редисочка. Сварю 2 яйца, и это будет просто шикарный салат для ужина. Как вам? Чудо-чудное. 4 апреля. Я в шоке. Все, друзья, а вам желаю крепкого здоровья, хорошего настроения, успехов во всех ваших делах. Всем пока!